Подразделения пенсионного фонда Якутии подвели итоги работы за 2016 год. Индексация пенсии по республике составила около 350 рублей, а людей пенсионного возраста за отчетный период стало гораздо больше. В Пенфонде отмечают, что внедрение электронных сервисов, которые сегодня довольно активно начинают присутствовать в жизни каждого человека, отмечается положительной динамикой. Введение новых форм взаимодействия с клиентами, к примеру, в Нерюнгринском отделении, помогло ему стать лучшим территориальным управлением по клиентоориентированности. В целом отделение Пенсионного фонда Республики по итогам работы в 2016 году стало лучшим среди отделений по Дальневосточному округу. Так как наше пенсионное законодательство не стоит на месте, всегда есть о чем рассказать. И вот, как вы слышали сегодня, мы шагаем в ногу со временем, открываем новые возможности, включая предоставление государственных услуг в электронной форме. Вот теперь у нас есть мобильное приложение, то есть уже вообще не отходя от компьютера, не пользуясь своим телефоном, можно записаться на прием.